Меньше, чем книгохранилище, и больше, чем читальня. В последнюю неделю октября школьные библиотеки отмечают свой праздник. Сегодня этим маленьким уголкам знаний уделяют не меньше внимания, чем самому образовательному процессу. Могут меняться книги и учебники, техническое оснащение библиотек, но их суть остается прежней – помочь ученику погрузиться в неизведанный мир знаний. Михаила называют главным читателем и помощником в библиотеке первой школы. В любимый кабинет на втором этаже он приходит каждый день. Листает красочные журналы и книжки, рисует, наблюдает за другими детьми. Тебе нравится в библиотеке? Да. Почему? Потому что здесь много книжек, и их можно читать. Любовь к книгам у Миши от мамы. Она работает библиотекарем. После каждого урока он приходит сюда, конечно же, к ней. Но есть и другая причина. Это единственное место в школе, где можно уединиться и отдохнуть от коридорной суеты, после сложного урока и шумных одноклассников. А еще здесь большой книжный фонд, более 28 тысяч изданий. Большая часть из них – учебники и пособия. Для досуга – разнообразные журналы, художественная и научная литература. Словом, то, что востребовано у школьников. Какие-то журналы, например, чувствуем, что детям они не нравятся и не понравятся, мы уже от них отказываемся, другие пробуем, мы так постоянная работа идет. Также и с фондом, старую литературу мы списываем, и интересную, черно-белую, стараемся закупить что-то более такое зрелищное, чтобы заинтересовать детей. Они же все воспринимают через картинку сейчас. Дима и Сережа тоже приходят в библиотеку на каждой перемене, подпитать свою эрудицию и поиграть в шашки. Нету нигде больше шашек и книжек. Мне тоже нравятся шашки. Я сюда прихожу, чтобы почитать рекорды Гиннесса. Мне нравится очень пересматривать. Каждый раз журналы читать разные. Ну и все. Ну как тебе сама здесь вообще обстановка? Ну вообще большая. Хорошо. Уроки можно делать. Да. Мы вот хотели с ним поделать английский язык. Сегодня школьные библиотеки – непосредственные участники образования. Это площадка для культурных, образовательных и досуговых встреч. И как бы ни менялись они со временем, в первую очередь школьники их любят за душевную атмосферу и возможность на время погрузиться в мир литературы. Валентина Чибичик, Вадим Стасюк, телеканал «Север».